пустили, даже на порог не разрешили преподнести ей цветок. А за дверью снова сплетение дорог. Уже не зайти, что страх удержит меня в заперти. Я долго пытался познать ее суть, всегда оставляя за собой право на обратный путь, напрасно. Ее не вернусь, бесполезно и глупо теперь пытаться уснуть. И ее не пустили, даже на порог не разрешили преподнести мне цветок, а за дверью снова.